Но они друг друга стоят. Всем здрасте, а если мы будем давать им все-таки отпор, то какой у нас будет прайм-тайм? Ого-го-го. Это что такое? Это да прям. Отлично. Ничего, блядь. Ребята, ведите, пожалуйста, себя прилично. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Играю на сервере Леона 02. Я нашел неплохой клан, вступил в него, и случилось следующее. Арис, короче, то, что ты в Кроме во время РБ там кого-то начал убить из ихних сопартийцев. Они подумали, что вы там типа начали, короче, что мы принимаем сторону. Ну, нихрена себе, я подхожу к компьютеру, меня чувак убил. Я рыснулся, автоматически полетел за кристалл и начал его бить. Мне вообще похер, под боссом он, не под боссом он. Потом он как бы мне написал, типа мы с ним все порешали, что он меня там зацепил ауешкой на 4500, это почти фул моих хп как бы. Ну ладно, типа закрыли этот вопрос с энтерпрайзами, это с Эйми как раз таки было. Они просто повели себя неправильно. Мы были на собрании договорились. Если мы не берем ничью сторону, рвутся все союзы. Союзы разорваны. Я говорю... Винт, я знал, если, что такое будет. Но, если нам, но они... если нам нужны споты, они говорят, мы вас будем пинать и уходите. Блять, они сейчас хуйней занимаются. Пиши общий, блять. Соглашение нарушено, пошли нахуй и все. Добрый друг Розе попытается объяснить, что вы сейчас прослушали. Я вам расскажу про два клана, которые рулят на Леона 02. Это Enterprise и OMG. С OMG очень все просто. Это опасные мамкины гопники. Ну, я не знаю, как переводится их не Али, но пускай это будут опасные мамкины гопники. Enterprise это как... женщина, которая любит стоять за сильным мужчиной. Просто я как бы задрот, я каждый день, каждый божий день играю в линеечку и вижу все. Вижу все, что происходит как бы. Enterprise то воевали с OMG, теперь у них союз с OMG. Тут, ой, короче, так все сложно, все запутано. Вот так вот. А я нахожусь в клане PvE. PvE не принимает ничью сторону. У ПВЕ союзы со всеми кланами. Этот клан просто как бы фармит мобов и их называют тамагочи. Как это грубо бы не звучало. Я говорил и сейчас говорю. Рано или поздно эта халява должна была когда-нибудь закончиться. Я это говорил уже, предупреждал всех. Потому что, блин, ну, многим не нравится то, что мы густимся, отличаемся. Иногда лучше них, которые воюют за... Ну, они сами виноваты, я это им говорил сегодня. Говорю, кто вам виноват, что вы не захотели делиться между собою, найти какую-то золотую середину, а дрались все время, вместо того, чтобы стоять нормально, качаться, буститься? Я думаю, Альянс или клан Альянс ОМГ есть на любом сервере. Это такие товарищи, которые приходят на зарычий Глудина и ебашут масухами. Типа, эй, братан, эй, я тут отец, ебать, я, блядь, тут царь, блядь. Всех епах ебашут, просто всех ебашут. Кому это нравится? Никому это не нравится. Такой альянс и клан нахуй никому не нужен. Потому что будут всегда противостоящие кланы, и когда придут вот эти межтрансферы, я просто не сильно еще понимаю, что такое линейдж. Я в него играю всего лишь, ну, с начала старта, с ру серверов. Ну ладно, не хочу вас заморачивать, забивать голову. Продолжим. Вы страдали фигней. Да мы типа вот мы сыгрались, мы теперь видим, кому можно доверять, кому нет. Бакшиш сидел 5 дней назад. Я никогда в жизни в этот альянс не пойду. Да ты хоть знаешь, что он про мою маму мне в личку пишет, он говорит мне. Проходит 3 дня, блядь. Перед этим, да. 2 дня назад, пишет, говорит, как его, Чумба или Пистольера, один из них, говорит, я предлагал им, говорю, зачем вы страдаете фигней, мы не вывезем, давайте соберемся в 10 топ-кланов, соберем большой альянс, разделимся как-то, разделим боссов и будем дружненько фармить кому что надо и буститься к межсерверу. Знаете, что мне они сказали? Да ты что, мы Ива никогда не кинем союз,
И Ива два раза нас уже прокидал, он человек ненадежный. Как я могу с ним заключать союз, на что-то с ним рассчитывать, если он два раза уже прокидал? Прошло два дня, они сделали союз. Вот смотрели «Игру престолов» или «Во все тяжкие»? Ну, по-любому, какой-то из этих сериалов вы смотрели. Это лучше, это Ла-2М. Это я говорю для тех людей, которые думают, что Ла-2М это обычная, ну, мобильная автоигра, которую, ну, там, персонаж сам качается, тебе ничем не надо нигде напрягаться. Вы просто вот вникнете, какие вас ждут трудности Ла-2М, если вы захотите в неё поиграть. Чего они до нас доебались, блядь? Есть еще Dead Inside и прочие кланы. Потому что мы в топе, они. Потому что им людей мало. Они хотят. Они пытались. Видел, что они хаосом кричали? Вступайте к нам в клан. Заберем всех. Они нам пишут сейчас. Мы вас не уверены, у вас клан тамагочи, вы стоите, чисто фармите. И все, говорю, да, мы стоим, фармим. Пока вы страдаете фигней. Друг с другом два месяца фанились, мы стояли, фармили. И забущены не хуже вас, говорю. Да, ну мы понимаем, но все равно вы ненадежные. Вот вы там на фанпей продадитесь все. Ну, блин, а нам с кем-то воевать на сервере надо. Ты знаешь, что они говорили? Нет. Они говорят, что вы как клан нам не интересны. Все, что мы можем... Вам предложить, ну. Это забрать у вас людей и распределить в свои кланы. И у нас вариант просто сливать их в ответ, идти к кому-то, либо думать еще что-то. А, блин, мы в один клан все равно не вытащим. Поэтому надо либо искать какой-то альянс. Так, ребят, я отойду на 5 минут, прошу прощения. Короче, для тех, кто в танке, ПВЕ был в альянсе ОМГ, и ОМГ решила опрокинуть ПВЕ для того, чтобы забрать споты в ДВ. ОМГ предложила выйти из клана КЛУ ПВЕ и вступить в ряды клана ОМГ. Все элементарно просто, просто политика. Ну и КЛ ПВЕ категорически не хочет распускать клан. Я не знаю почему, потому что это не клан, это просто вы можете вступить в любой клан такой же. Ну, конечно, тут 10 уровня клан, плюс 2 точности очень вкусно, там плюс 2% к опыту, ну то такое уже. Нуба клан вступить и получать те же самые плюшки, что и с нуба клана, ну, ради 2 точности быть терпилой такое. Ну, короче, понимаете, есть ОМГ и есть противостоящая сторона ОМГ. Это хаосы и шоколадки. Так вот, КЛ и соклановцы решили вступить в альянс шоколадок и хаоса и противостоять ОМГ. И вот что у нас получилось. Не суйся пока. Погнали. Да, блять, ёбаное дёргание, блять. Ассист. Дай мне ПЛ, бери с меня ассист, прям ближний таргет. Сейчас я дам тебе план. Сиська. Сиська отправлена в ад. Бакшиш. Шаг вперед делайте, прям выходите на них. Выходите, чтобы они ранжу не чувствовали. Давите их, Зарга. Еще шаг вперед делайте. Сзади, что ли, еще? Не-не-не, шаг вперед делайте, прям на них вставайте. Дальше. Еще вперед. Там сзади, блядь, обходит. Еще вперед. Вперед дорезайте свиней. Эхо, открой авто. Дорезайте свиней, блядь. Сзади. Сзади. Я же говорю, сзади. С правой стороны держимся. Справа в кучку держимся. Нака, он бегает, блядь. Ассист, возьми с меня. Нахуй. В нас, чувак, армат. Эми, все толпы Эми прям. Улетел. Во-во-во. Хил, блядь. Эх, он так, ну, я килил, ты отошел, блядь. Не достал. Ассист. Еще ассист один. Да, ты не даешь ассист. Вперед, дай.
Почему? Ты не я не знаю, мне не высветить. Я тебе дал правила. Ты не даешь ассист. Ну, раньше, да, ассист высвечивался, сейчас не высвечивается. Почему-то я не знаю, что это. Элегант. Они тэпаются, они тэпаются сюда. Ива, Ива, дай. Ива. Идите прям в стену, у них рест прям здесь. Ты дерьми с 5 минут. Просто фармите как моба, ебать. Ребят, сюда, да, тихо, они здесь точку, у них рест прям в углу. Их в углу зажали. Пиздец, что за мясо? Вар слева ушел. Лайс. Вон, 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 сзади, сэр. Тихо, не разбегайте с места, рест пытаются растащить. Понял. Он нахмурился. Луха, беги. Или кто там стоит? Погнали, стоит? Погнали. Опа, понеслась, ебать. Ива, Ива, Ива. Давай, давай, давай. Лёх, назад отходите. Получаете много ДПС, просто назад. Ёпта, не будь. Карман слева входит. Блин, я залагал. Милишники справа, камень обходите. Крис, с милишниками через справа зайди, через камень. За камень обойди. Да, хил, под хил, под хил, под хил. Лёх, ну хилю. Назад, ко мне, ко мне, ко мне. Я прям вообще один стою. Всё, я уже... Я слишком далеко. Экса, экса, бейте, ну. Куда, нахуй? Блядь. Тут мансовать надо, блядь, вот просто как бог. Бля, ебать их, нахуй. Хуева гора, блядь. Ой-ой-ой, меня ещё раз слили. Ассист. Давай за камень, сюда ко мне, идите, обойдем их. С милишниками вместе, ребят. Посадил. Сюда, к милишникам, идите за камень. Меня слышно? Да, да, да. Все, вот здесь поддавлю. У них здесь рез. Давим, давим, давим. Че, на метку летим, да? Бьем, 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 бьем. На второй спот летим. Ехал. Ехал, Алекс, на второй спот летите. Снизу вторая метка, камень. Ой-ой-ой. Подхилки, блядь, народ. Сейчас шоколадом метку будет. Идем. Кто каменука бьют, они или мы? Они. Все ПВЕ здесь стоит, твою до сих пор. Недалеко, Лех. Ой, что-то дропнул, Кираса, нахуй. По новой метке все прыгаем, все. Все сюда, все из боя, все сюда. Блять, я отменил метку. Нужен подхил. На новый прыгай. У РБ зачистите. К РБ зачистите, к РБ ближе, убивайте этих. Нет, это свиньи. Это свинь. Все, они в центре их зажимают. Давайте их обойдем. Кружочек. Лилия резно, сейчас на Лилию еще пойдем. Так а что, арба бьем или что? Блять, у меня на шлем. Да их дожать надо сначала. Конечно, а потом рыбочку только. Зажимаем, нормально все, сбоку. Успел идти. Блин, ебаный, блядь. Все, они уходят. На Лилию съебутся сейчас. Пофигу, это угол, ты просто еще.
Слушайте, а там руководство Шиш. ПВП, это ПВП приятное руководство, скажу я вернулся. Иво. Тонза. Пивару, пивару. Под хил, Гонза, пожалуйста. ДПС, 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 ВРБ. ДПС, босс. Феникс. Феникс ассист. Бакшиш. Ушел. О, наш, наш друг. Не наш, перебили. Как... Книга упала. На, ну, в смысле, не наш, наш. Итоги войны. Мы отжали два босса. С одного босса дропнулась топ-красная книга, которая стоит 10 тысяч алмазов. После чего КЛ ПВЕ с альянсом ОМГ начал переговоры. Пришли к следующему. Я полностью все читать не буду. Я прочту всего лишь одну строку. Важно. Заарычи Геран закрыт для нас. Споты, если приходит альянс ОМГ с интерами, просьба не лезть в конфликт. И если ОМГ нужен спот, уступать. Так, на за что вы боролись, вы мне объясните, хуй. Я бы все равно вышел с клана, но перед тем, как вступить в клан, я нагрубил одному человеку. Этот человек с ОМГ. Из-за того, что ОМГ с ПВЕ теперь союз, он не может меня сливать. Пишет дипломату ПВЕ клана. Привет. У меня во врагах Розе личный конфликт. Если что, буду его убивать. Парень не следит за языком. Заранее предупреждаю. Ник изменен, просто Тоби. В целях безопасности канала. Мне даже немножко поначалу было очень стыдно, потому что я на эмоциях ему написал, то что он как с клана ОМГ, а потому что в 70% смертей моих виноват альянс ОМГ. Хоть я был в варах, хоть я был не в варах. Проходит еще пару дней, и меня начинает лить весь альянс ОМГ. Представьте, в альянсе ОМГ 150 человек на данный момент. А я один. Судя по политике клана ПВЕ, КЛ Тряпка, я решил задать вопрос товарищу с ОМГ, который меня слил. Причина нападения. Блудина, родных не надо трогать. Кого я трогал? Доказательства есть? Мне с тобой ни о чем разговаривать. Ну вот и все. За свои слова ты будешь умирать? Доказать ничего не можешь. Ты че шумоголовый? Я с типом годами играю. Ты кроешь матом его родных? Скрин есть? Пускай скинет тебе скрин, что я там написал. Ты будешь умирать, покеде. Я тебе все сказал. Так, 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 я смех просто не могу сдержать, просто что я там такое ему написал. Мама ёбы, кота ёбы, собака ёбы, курите нервно в сторонке. Ты сказки оставь девушке или маме, лапшу на уши вешай. Ты просто хотел добавить ЧС. Вот за эти слова меня добавили ЧС Альянса. Оказывается, что Тоби это КЛ Мидгардии, который входит в состав ОМГ. И тут все стало на свои места. Он приближенный главы Альянса. Он ходит, доебывается до всех, чтобы кинуть ЧС. И мне все стало понятно. Мне сначала было очень-очень стыдно. Я, блядь, ну серьезно, как человек, ну на эмоциях сказал, и потом ему стыдно после этого. Но после того, когда я узнал это, мне стало настолько легко. Я просто нашел человека, который состоит в клане ОМГ. И не просто состоит в клане ОМГ. Это глава с клана Альянса ОМГ. Вы понимаете? Вы понимаете? Я просто от всех кепах, от всех обиженных на ОМГ, я просто высказал ему все, что думал. И я не жалею ни разу об этом. И товарищ, я думаю, что товарищ не русский. И лапшу на уши вешать, это выражение, которое обозначает врать. Если ты не знаешь русского, иди играй на свой сервер, там откуда ты, товарищ. Потому что за лапшу вешать на уши ты частенько будешь попадать на YouTube.
Теперь у меня нет выхода, и я ухожу в альянс, который воюет с ОМГ. Товарищи, которые посмотрят это видео сервера Леона 02, присоединяйтесь к Десмайлу, Хаосом, Шоколадкам. Давайте отстоим наших братьев славян, потому что нельзя оставлять этому Мордору этот сервер, потому что они погубят и вас, и нас. Так вот, не вешайте чужим бамкам лапшу на уши, потому что вас могут преследовать. Так затянул это видео, с вами был Розе. Всем до новых встреч!